Хочу сегодня, всем привет, хочу сегодня на ужин сделать свинину, запечь ее с луком. Вот, кусочек шеи у меня здесь есть, вот такой. И начистила три луковки. Вот. Запекать буду в духовке в форме. Сейчас что я буду делать? Я нарежу на стейке мясо. Теперь я хочу посолить каждый кусочек. Такие стейчики у меня получились. Отбивать я не буду их. Делаю то же самое. Следующий этап. Я нарежу лук. Можно кольцами, можно полукольцами, кто как любит. Лук я нарезала. Теперь я сбрызну растительным маслом форму свою, которую я приготовила. Немножечко, потому что шея у нас жирная. Выкладываю туда лук. Хочу сделать подушку по луку. И выкладываю стейки на лучок. Повернем. Будем прижимать, чтобы у нас все влезло. Так. Вот это у нас длинное получилось. Чем смазывать не буду. Вот. Таким образом. Сейчас он у меня постоит немножко, где-то полчасика, минут 30-40, замаринуется. Вот. Можно еще сбрызнуть чуть-чуть маслицем, чтобы все перемешалось. И буду ставить в духовку. Мясо у меня замариновалось, постояло где-то минут 40. Я нагрела духовку на 200 градусов, ставлю мясо, где-то минут поставлю на 40. Минут и на 35 на звоночек. Вот так. 200 градусов, режим традиционный. Будем ждать. Я чем занимаюсь? Я морковь, которая у меня подсохла, чищу и буду резать кубиками и складывать в пакет для заморозки и в морозилку. Такой ужин у меня получился. Запеченная свинина с луком и
На гарнир макарончики. Полила все подливкой от мяса. Будем с помидоркой маринованной. Все, кто ужинает, всем приятного аппетита! Я плиту. Протерла ее и помыла эту боковую посуду. Тоже ее всю вытерла. Вся она у меня высохла. Половину убрала. Вот. И поставила себе чайник. Чайку попью. Вот. Подумаю, что мне завтра на завтрак сделать. На завтрак варю яйца. Больше ничего не придумала. У меня есть немножко каши пшеничной. Я доем. А мужу яйца на завтрак. Вот такие у меня дела. Сейчас немножко повяжу. Вот, и буду ложиться спать. Так что всем пока-пока, до завтра.